Хочешь интересных и веселых видео? Заходи на канал Lion Project. Угарные глюки в играх, веселые прохождения и упоротые приколы. Все это ждет тебя тут. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов в этот шедевр. Ребята, это ванильный Майнкрафт. Вы можете сейчас смотреть на вот эту картинку и думать, что это какая-то новая игра о Майнкрафте или это еще что-то. Но это обычный ванильный Майнкрафт. И до чего дошел прогресс, то что люди начали делать вот такие шедевральные карты в Майнкрафте. Я вам сейчас докажу, ребята, вот смотрите, это обычный ванильный Майнкрафт, это просто карта без каких-то либо модов. То есть это обычная ванильная карта. Ребята, я ее... уже выложил в описании, но я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. В первую очередь за такую карту. А о чем она? Она, ребята, базирована на истории Minecraft Story Mode, да, то есть... вот эту игру как будто перенесли в обычный ванильный Майнкрафт. И вот этот персонаж, Визер Шторм, это как будто самый злой персонаж в игре Майнкрафт Стори. Но это все мы сейчас рассмотрим. Ребята, набираем 1200 лайков, я сразу же выпускаю следующее видео о Майнкрафте без модов. Не поленитесь, поставьте, пожалуйста, мне действительно будет очень приятно, если вы вот это сделаете. Также каждый подписчик для меня как друг, каждый подписчик для меня член нашей большой дружной семьи. Поэтому я всех вас приглашаю туда вступить. Ссылочка, точнее, кнопочка есть там в уголку и также в описании. Не поленись, нажми, и я действительно буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. И давайте сразу же нам нужно начать и нажать правую кнопку мышки для того, чтобы приступить к игре. Смотрите, это анимация в Майнкрафте, без чего-либо. Это обычно, у меня просто в голове не укладывается, как это возможно. И смотрите, ребята, а мне интересно, тут вообще звуки есть? Звуки Майнкрафта самого есть. Но, ребята, это главный персонаж Майнкрафт Story Mode. Да, звуки есть, давайте я еще немного... Я умер. То есть, видите, что нам нужно? Это как будто ран в Майнкрафте, да? За вами гонится Визер Шторм, и вам нужно от него сбежать, да? То есть, вы... это обычный ванильный Майнкрафт, я еще раз повторюсь. Ага, я понял, то есть нам не сразу же нужно нажимать на кнопочки, а нужно подождать. Мы убегаем от визербосса. И смотрите. Так, я не умер, в этот раз я не умер. И у нас на экране, как вы заметили, появляются... давайте сейчас нажмем что-то. Что у нас сейчас будет? Бум, убили крипера, замечательно. И вы видите то, что у нас на экране появляются случайные кнопочки, которые нам нужно нажимать. Сейчас. Которые нам нужно нажимать на нашем пути, когда мы убегаем от визербосса. А сейчас что? Еще раз. Он у нас стреляет, и нам не сразу же нужно нажимать. Как видите, нам нужно немного подождать, потому что я в первый раз немного лоханулся, сразу же нажал, и нас убили. А сейчас что? Опять? Да ты уже запарил, если честно, вот этими стрелять. Тут же куча других и крутых атак у тебя есть, а ты меня стреляешь вот этим. Давай. Сейчас что? Пум! Нет! Нет! Почему я так быстро нажал на кнопочку? Нужно было немного подождать. А я сразу же так нажал. Его же зовут Джесси, да, ребята? Если я правильно знаю, я не играл в Minecraft Story, но как я знаю, этого главного персонажа зовут Джесси. Опять! Я не представляю, он с нас прикалывается? Там же куча других различных вот этих комбинаций есть. А он почему-то у нас стреляет только вот этой атакой, где нужно уклоняться на букву Q. Опять! Это как-то уже не смешно, если честно. Давайте вот в первый же уровень, когда нас убили, когда нужно было подскользить, я не знаю, что там его хобот был или рука. Во! То есть нужно немного подождать, а то я очень далеко был, хотел его стукнуть, но не получилось. Вот, сейчас. Прям такой подкатик. Круто. Что сейчас у нас будет?
А, убили! А мне интересно, когда тут конец, то есть мы можем дойти до конца, и у нас какой-то там приз будет, да? То, что мы прошли эту карту. Сейчас. А я не понял, вот это новая атака, я, если честно, не понял, что это такое. То есть нам нужно вообще было с задержкой, то есть у нас появилась подсказка, мол, нажать на правую кнопку мышки, но там задержка вообще должна быть. Вот, сейчас, о, нифига себе. Я еще даже не подбежал к этой яме, но я уже умер. Вот сейчас. Хоть он меня и задел, но я почему-то пробежал. Я еще даже не подбежал к этой яме, но меня убили. Еще раз вот эта фигня. А, ну хорошо, я понял. Вот это я понял, как проходить. Вот это уже замечательно. И вот это я понимаю. А что до сих пор я не понимаю, как нам... О, я могу крутить мышкой. Что до сих пор я не понимаю, как нам перепрыгнуть в ту яму. Я еще даже к ней не подбежал. Сейчас. Вот это нужно нажимать, когда там с левой стороны в верхнем углу пропадет дым. Вот тогда я понял, нужно нажимать на Q, чтобы нас заранее не убили. И сейчас что? Вот, нужно вот это тренироваться. Ага! То есть нам вообще нужно за километр прыгнуть, чтобы... Я понял, без вопросов. Опять вот эта фигня. Ну вот это, в принципе, очень просто. Оно не как-то так очень быстро, внезапно появляется. Поэтому я уже понял, как это. Опять вот это. Хоть оно и нас засасывает в какой-то степени, потому что оно нас поглощает, но почему-то мы остаемся в живых. Опять! Три раза подряд? Да, мне как на пофиг, мне главное узнать, где тут конец. Есть ли тут вообще конец этой карты? Потому что мы так можем бежать сутки. Во, крипер, не-не-не, не в этот раз. В этот раз ты нас не взорвешь. В этот раз мы уже, ребята, намерены пройти эту карту. Вот, еще раз. Нет, я очень быстро нажал. Засосало. Но ничего, в этот раз мы... Опа! В этот раз как-то уже даже лагов нету, мне кажется. То ли он быстрее начал бежать. Не-не-не, ребята, в этот раз... В этот раз я уже намерен пройти эту карту. Давай, все. Мне просто интересно, есть ли тут конец. Вот что мне интересно... Сейчас... Опа. Сможете ли вы пройти эту карту? Как я уже сказал, ссылочка есть в описании. То есть, переходите на сайт, качайте. Сейчас. Опа. То есть, переходите на сайт, качайте и проходите эту карту. Ребята, если вы пройдете эту карту, то обязательно напишите... Сейчас, да, потому что это важно. Опа. Обязательно напишите в комментариях, что там в конце и есть ли вообще конец этой карты. Вот это самое главное, ребята. Потому что мне интересно, есть ли тут вообще конец. А то так можем бежать сутки, неделю, месяц. И, в принципе, мы даже... Да почти! И мы даже ее не пройдем. Ладно. Поэтому, ребята, обязательно напишите, есть ли тут конец. И спустя... Ой, я понял, когда его бить, когда он уже прям так набух, и там секунда времени, чтобы... Я понял, вот сейчас я уже понял, как его нужно бить. Сейчас. И это я понял, когда там, я уже вроде говорил, в верхнем левом уголку пропадает дым, вот тогда нужно нажимать на Q. Я все понял, практически все. Вот эта фигня, конечно, немного смущает. Иногда очень быстро я нажимаю. Прям, знаете, впритык нужно нажать, чтобы оно нас не засосало вверх, как будто луч там пришельцев. Вот это тоже прикольная фигня. Вот это мне очень нравится, так скользить под хоботом. Или это рука Визершторма. Не знаю, посмотрим. Что самое... Сейчас. Дайте. Что самое фиговое, то, что в этой карте не написано, когда конец. И ждать, чтобы было очень круто. Если бы тут где-то в уголку была бы надпись, мол, сколько метров ты пробежал, и чтобы соревноваться, да ты уже заколебал прыгать. Ты чё? Так. И чтобы ты мог соревноваться со своими друзьями, и кто больше
пробежит, да? Потому что это может кажется очень просто. Может просто. Ты один раз прыгнул, два раза прыгнул, но на третий раз ты лоханулся, на миллисекунду раньше нажал, и все, ты уже умер. На тебе, зараза, крипер! Не-не-не, сейчас я уже понял, как тебя убивать, заразеныш ты, взрывучий. Так, давайте следующее испытание. Ну вот это я уже понял, это самая такая простенькая часть, вот когда он бьет ракетами. Это самая простая часть. Вот крипер, на тебе, зараза, я уже понял. Потому что несколько раз я его очень быстро взрывал. Точнее, я пытался убить, а у нас только одна попытка махнуть мечом. Вот это тоже круто. Ну как это сделано вообще в Майнкрафте? У меня до сих пор, вот это, ребят, я могу нажать Escape, и это обычный Майнкрафт. Вы не думаете то, что я вас обманываю? Нет, ребята. Да твою мать! Ты прям хочешь упасть в эту яму? Ты прям хочешь туда упасть? Потому что я нажимаю пробел за 2 метра до этой ямы. И сейчас я нажал... У меня что, шифт больше не работает? Я не знаю. Я нажал за 2 метра до этой ямы. Вот смотрите, сейчас попытаемся. Вот сейчас. У меня что, кнопки не работают? Вот. Это офигеть, как нужно быстро нажимать. Это офигеть, как нужно. На тебе, сейчас, ребята. Да, нужно очень быстро нажимать, потому что за 5 метров до этой ямы тебе нужно нажать на пробел, чтобы прыгнуть. Потому что я не знаю, как вот... То есть, логичнее, когда ты находишься на краю ямы и перепрыгнуть на другой край, но нет. Я нажимал! Честное слово, я 3 раза нажал на кнопку для того, чтобы он ударил. Или это у меня лагает, или карта просто с меня издевается. Вот, сейчас нормально. Я, ребят, честное слово говорю, я 3 раза нажал на кнопочку, чтобы он ударил мечом. Вот, сейчас нормально. Я не знаю, ребята, сможем ли мы пройти эту карту в этой серии или нет, потому что я не знаю. Я не знаю, есть ли тут вообще конец. Вот, сейчас нормально, без лагов, без остановок, без задержек, все отлично. Сейчас. Давай. О, это самая такая не очень приятная фигня, когда тебя засасывает лазером куда-то на инопланетянский корабль. Не знаю, куда-то может еще. Во, ран! Во! Не взорвешь. Ну, хотя бы не в этот раз, да? Ну, кто там? Кто там следующий, а? А, вот эта фигня, вот этот луч! Луч! Ху, ну, нормально. Это прям, знаете, впритык вот так нужно расходиться с этим лучом. Давай дальше. Да! Прошел! Офигеть, а? Визер, шторм. Да, ребята, мы прошли вместе с вами. Если бы не было вашей поддержки, я бы вряд ли прошел эту карту. Но все же, ребята, это ванильный, смотрите, это ванильный Майнкрафт. Сразу же бегите, качайте, проходите, соревнуйтесь с вашими друзьями и пишите свои результаты в комментариях. Потому что у меня там было написано, мол, что-то там 560 чем-то там секунд. Я не знаю, это за сколько я прошел, сколько вообще серия длится. Да нет, мне кажется, больше. Не знаю, честно, ребята. Ну, качайте, проходите и пишите свои результаты в комментариях. Мне действительно будет очень интересно их узнать. Ребята, лайк за то, что какой-то чувак вообще создал эту карту, потому что это шедевр. Как это вообще сделать в ванильном Майнкрафте? Вот только посмотреть на вот эту заставку. Вот согласитесь, то, что это кажется какая-то вообще другая игра. Или это кажется вообще Minecraft Story Mode, или какая-то другая игра. Но это обычный Minecraft. Я не знаю, какой раз это повторяю, но это прям меня удивило сильно. Да, ребята. Не думайте, что я вас обманываю, я не обманываю своих подписчиков, но это так, это обычный ванильный Майнкрафт. Поэтому, ребята, если вы хотите больше подобных карт, если вы рады то, что я уже выставил карту в описании, любой из вас может зайти и скачать. Если вы хотите больше видео по Майнкрафту, когда оно выйдет, зависит только от вас, не поленитесь поставить лайк.
Да, ребята, это одна секунда вашего времени, но за это я действительно буду вам очень сильно благодарен, и также это будет очень мне приятно. Но что самое главное, видео выйдет быстрее. Набираем 1200 лайков, сразу выходит новое видео. Поэтому, ребята, когда оно выйдет, зависит только от вас. Качайте карту, проходите, соревнуйтесь, но не забываем подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я это уже много раз говорил, но это действительно так. Я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, к сожалению, на этом мы будем заканчивать наше прохождение, наше видео сегодня, но встретимся в следующем видео, и когда оно выйдет, зависит только от вас. Я еще раз повторюсь, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.